Скоро 1 сентября, и новое поколение детей первый раз пойдут в школу. И это повторяется из года в год. Мои дети – школьники 80-х годов. Перелистывая альбом, я нашла фотографии тех лет, и мне захотелось показать, как выглядело 1 сентября и пионерское детство более 30 лет тому назад. Как и хочется сказать словами известной песни: здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по слогам. Традиция школ Санкт-Петербурга. Подложение цветов погибшим героям на Марсовом поле. Прием в пионеры в музей Ленина Санкт-Петербурга. Наши дети немножко повзрослели. Постановка сказки к Новому году. Мои дети учились в музыкальном классе 58-й школы Санкт-Петербурга и участвовали во многих концертах к разным праздникам. Выступление хора было обязательной почетной традицией. Никто не забыт и ничто не забыто. Дань героям Второй мировой войны. Сегодняшние школьники, привет вам из 80-х. Счастливого вам пути!